Всем здравствуйте, меня зовут Ирина, город Санкт-Петербург. Я на выставке «Фиалок», сегодня первый день. Это станция метро Нарвская, Кировский универмаг. Будет с 10 по 13. Приезжайте с 10 утра до 10 вечера. Посмотрите, какая шикарная глоксиния. ЕН Татьяна Ларина. Ее, между прочим, можно приобрести вот такую красоту. Это просто невероятная красотка. Вот. Так, да, это стол Римочки Шалько. Ее растение. Ика Айс на крыше. Жовний. Нет. Жовтий нарцисс. Так, вы прочитайте сами. Вдруг я ошиблась, что, скорее всего, смотрите. Беленькая, красивенькая, великолепная. Так. А вы розовое шампанское. Лист варикатный, так красивый. Это искры смеха козы. Вздыхаю, потому что такая красота. Р.М. Шопен. Большущие, красивые, махровые цветы. А.В. Богема. Бывает Богема Спорт, он таким с белым, бело-розовый. А вот это вот настоящий сорт. Вот такие белые, это свет на листьях, это не какие-то там, не знаю даже как показать, но я думаю, видите, что это тут лампа светит, и поэтому такой вот свет на листьях. Так они все правильно, темные, красивые. Так, КЗ «Тайна Версаля». Белые снеги. Она должна будет зацвести, но цветы, представляете, такие великолепные, сразу видно. Яка, морской волк. Цветы крупные. Да. До 6 сантиметров. Да, вот так. Дэнди Пинк. Элье. Ну, вот это чудо от Бритни. Какой великолепный окрас. Великолепная фиалочка. А вы экстаз. А вы последняя любовь самурая. Красотки. Красотки. Так, а вот это не подписано. Римочка, а вот это как называется фиалочка? Не подписано. Каджун солярис. Ого. Каджун солярис? Да. Угу. Ясно. Так, посмотри в глаза. Ух, это еще красивый. Герлиства. Шикарно, шикарно.
Это DN Glamour. Тоже беру листва. Очень красиво. Видите, лист такой, как сжатый. Очень красивая. Дух Рождества. Дух Рождества. Такая пестролистность. Вот, видите, какая варикатность красивая. Очень красивая. Мятный лед АВ. Это дикий виноград. Так, любовь, морковь, АВ. Франческа, РМ. Ой, какие рюши. Рющечатая. Красота моя. Прелестно. А это пломбир с черникой. ЛЕ. Нежненькие, небольшие, но вы посмотрите, цветочки такие, прям зефирки очаровательные, красота невероятная. И лист варикатный, как хотите назовите, варикатный, пестролистный, правильно, варикатность, пестролистность, так в народе, ну так и так, правильно, также и варикатный, красота. Прям букет невесты, вот как на фотографии, да? Шикарно. Так, а вот это вот кто-то? Кто-то? Стримочка отошла, не спросить вот эту красоту. Ну, сколько варикатных листочков, цветочков. Это у нас алмазная мозаика КО. Димочка, а вот это вот кто? А вот он и есть, Каджус Солярис. А, ты серьезно? Да. Он так даже немножко, мне это кажется, отличается. Нет, свет. А, свет так. Угу. Так, а я не А вы богема. Ой, с герлистой. Дон Жуан. Осенний поцелуй, а вы? Лавандовые сутинки. Вот. АГ. Ой, какой букет красивенный, красотища-то какая.
Невероятно. СГ Каспар. Это химерочка великолепная. И растение можно приобрести. Голубой далматин. Ты уже красавица. Посмотрите, какие есть пятна. Более светлый такой голубой с белым. Шикарный голубой далматин. Шикарный. Так. Ярила люкс. Ой, да чего же красивый. Невероятный. Изумрудные розы яка. Так, это деточки пошли. Если вдруг кто-то увидит свою хотелочку, поэтому показываю не цветущий. Ой, красный тюльпан. Шикарно. Жирельна вода. Коршунова свадьба. Даже посмотрите, такие большие, красивые цветы. Это деточки. Красотища. Так, это уже, я так понимаю, дальше идет стол на Наталье Болкова. Вот необузданная фантазия. Фиалка вот. Это деточки. Лавандовая сказка нужна. Также приобрести. Видите? Так, это радужные бабочки. Ой, я же себе новые очки. Это... Так, ЛЕ Авантюра. Лебедская. ЕЛ. Это Наташеньки. Очень красивая. Обыкновенная богиня. Она невероятная. Невероятная красотка. Черемуха кудрявая. Сейчас покажу, у нее деточки тоже, очень много деточек. Так что приезжайте, покупайте. Быстро у девочек разбирают цветы. Ой, девочка красавица. Беленькая. Тут вот как-то ее зажало, не видно. Но я думаю, видите... Какое-то это растение можно приобрести. СВ город Байконур. Это лунная миссия. Сорт Натальи Буко. Это город тысячи планет.
Вышивка лентами тоже Наташеньки был косорт. Шикарно, шикарно. Мистический мавелик. Красотки. Танцы на воде. Ковалева. БР всплеск. Тоже химерочка. Английская роза с гёрлистовой. Действительно, роза прелестная. Ой, чуть не пропустила всплеск. БР. Как глоксиния, да, смотрится? Мини-глоксиния. Вот. Шикарно. Это искры смеха. Девочки, у кого есть фиалочки? Как ваши кошки на них реагируют? У меня одна кошка, просто охоту на нее. Так, мелодия дождя на фиалке. Илье. Лебедская. Я отдала, оставила себе только две. Отдала фиалки все. Потому что мне жалко было, она мне погубила много. И вот никак не могла. Ну, прям у нее манька какая-то была по поводу фиалок. Она их не ехала, не ела. Она ими игралась. Вытаскивала, что там ей привлекало. На этих фиалочках. Нет, ну красота. Так, это нефритовая чаша. Сколько шикарных, красиво, да чего мне нравится, да, вот лист такой интересный, пеларгония, а это, первый раз вот увидела здесь на выставке пеларгонию с варикатным листом таким, интересно, еще другие цветочки красивенькие, бегонии вижу, пелея, тоже варикатная. Это фукси. А, это кроссандра. Вот. Ой, а глоксинии здесь сейчас. Я одну купила, не удержалась, потому что это невероятная красота. Одну прикупила. Смотрите, какая. Потом вам покажу, какой я приобрела. Еще вот это мне прям, ну, не ставить некуда. С удовольствием бы эту купила. М?
Мама дорогая, какая же вы? Вы, но не все, вы все. А это, это. Вот это прелесть, прелесть. Ну как тут устоять, как тут удержаться от этой красоты? Мамочки, огроменная. Вон есть деточки, видите? Ой, вот это голубая, лавандовый мартини. Так, фиалки 250 рублей здесь, влаксиний лист 300, детка 350. Вот тут вот все написано. Ой, душа замирает. Я глоксинии обожаю, обожаю. Лавандовый мартини. Так, это суккуленты. Любители, приезжайте. Огромное количество этих растений. Контакты. Прелесть. Тепло зима. И горшочки. Класс. Смотрите. Также пеларгонии. Тут, деточки, фиалочек. Я наконец-то купила детку хойчики, которые хотела. Ну, у меня сейчас в голове Мария название. Куинджи. Представляю, какая. Но не все. Не все, конечно, фиалки великолепные. Принцесса на горошине. Вот и минички. Пошли минички. Минички. Это стрептокарпусы пошли. Красота. Вот сорт стрептокарпуса. Сейчас еще вот это показала. Цветок. А сорт нет. Вот он. Орнелла Спорт. Гранд Отель. Так, это лавандовая сказка Химерочка. Очень красивый сорт. Гранд Отель. Еще одна. Гжель. Шикарно, шикарно. Вот еще. О, какая меренга интересная. Посмотрите, я такое еще стрептокарпуса не видела, если честно. Интересно, интересно. Ой, какой красивый. Белая. Как вы сказали, он называется? Ну, еще не знаю. Хорошо. Сейчас. Это вино сироп. Там есть, по-моему, палочка. Да, есть. Вот там вроде по-русски. Нет, нет, там по-русски написано. Это по-русски название. Тут много еще. Ага.
Так, они тут разные. Вот такая вот есть. Есть сиреневый, а еще здесь был. Забрали. Ну ладно, значит, не моя. Дело тоже. А нет, хотя вон там. Сейчас я вам везде покажу. Сейчас. Рыжик ДС. Вот такой. Это авантюра. Ой. Тут есть коечки. А какие красивые. Не чувствую. Вот это вот, посмотрите, какая красивая. Стрептокарпус какой великолепный. Желтенький. Ой-ой-ой. Ой, что-то рука затряслась. Вот. Так. Фиалочки. Красавица, деточки. Так, это что? Это фуксия. Это растение можно приобрести, посмотреть, потом подвесить. Какие красивые. Пеларгония. Очень красивая. Пеларгония. Пеларгония. Ой, какая красавица. Ой, какая невероятная. Интересная. Ну, посмотрите, какой цвет. Такой первый раз вижу. В основном по 150. Это Северное море. Это Зоя Светлана Щанкина. Это как заходите, сразу первый стол. Вот. Пришелец Редкина. Принцесса Жасмин. Татьяна Пугачева. Тоже Татьяна Пугачева. Свадебные цветы. Богиня красоты. Видите, вот такая будет красивая, вырастет. Снежный георгин. Сумеречная звезда. Сердце России. Небо, химерочка. Алмазная мозаика. Н. Адам. Скорнякова. Небо. Химерочка. Морские ежи. Это адениумы. Красавцы. А, это же монстерочка. Монстерочка. Милки. А, нет. Маски мэн. Мэск. В общем, Мэнки Маск. Вот. По-моему, это монстерыш. Так, увидите, тут же влюбитесь. Да, однозначно. Однозначно. Как можно не влюбиться в такие красавицы? Скажите, пожалуйста, это же монстера, да? Мэнки Маск. Угу, я, спасибо. Все правильно. Видите, можно приобрести такой хороший
300 рублей экземплярчик, отлично. Это колеса. Шикарно, шикарно колеса. Фиалочки, деточки, царская награда. Это такая фиолетовая красавица. Петушок золотой, гребешок Кособокова. РС Метагалактика. Так, тут есть деточки. Агат розовый Нулькова. Ты лампочку-то не смотрела? Ян Минуэт. Так, ДН, дух Рождества, наверное. Вот видите, там она так загнулась, не видно. Мне кажется, это дух Рождества. Элье Оливия. Элье Антарас. Где ты тут? Антарас. РМ Шопен. О, какие большие. Царская милость. ЛГ Кристина. Снежные Карпаты. Коршунова. Спасибо, что поправили мне. Так, это Л.Е. Наташа Ебецкая. Предательски стала трястись рука. Н.Д. Сахарно-щербет Данилова Суворова. Смотрите, действительно такая фиалочка. Так, а тебя я, деточка, не пропустила? Царская милость. Нет, была-была. Шикарно, шикарно. Пасмурный декабрь, КО. Невские огни. Ого! Какие огромные цветы, Игорь Посейдон. Посмотрите. Смотрите, как. Обалдеть. Очень большие. С Корняковой. Дамасская роза. Анжелика Пукачевой Татьяны. ПТ Симона, также Татьяна Пугачева. Д. Небо. Ого, шикарная. Смотрите. Стралистность и сама фиалочка. Шикарная. Пьеро РС. Это я уже смотрела, небо показывала. Это вот она, красотка.
НД Тайна. Бриллиант Тиффани Любецкая. Вишневая гравюра Спорт. О, какой невероятная. Невероятная окрас. Ясный декабрь. Дамасская роза. Голубая лента. Голубой дракон. Вот она, красотка. Это новый Вимир. Шелест волн. Дух Риздва. Ты ее не трясись, рука. Появилось что-то новенькое. Да, 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 я знаю, кто это. Да, не пентасы. Вот он. Такой детки его под заказ. Ну какой? Вот этот я не пентас вижу первый раз, да? Да, да. И редкий не пентас ампулярия. Под заказ деток. А сколько будет стоить, если под заказ? 1300 будет маленькая детка стоить. Ага. Это интересно. Интересно. А у вас сайт есть какой-то, да, если вот где-то можно? Вот, это с поскольку питомника, лучше взять мой телефон. Да, да. Давайте. Я его засниму, и чтобы если кто-то захочет у вас заказать такую красоту. Вы же не простой водой поливаете их, да? Дистиллированные. А их кормить обязательно насекомыми или они нет? Они питаются только летом. Обычно одного насекомого в месяц хватает. Ну, отлично, летом и мухи залетят. Ну, да. Да, обычно. А зимой без проблем, да, они живут? Никаких. Да, зимой у них зимовка, их кормить не надо зимой. Прокладная, да, помещение? Да. Вот, также звоните по этому телефону. Да, вот все. Детки будут, вы мне где-то месяц через три напишите. Угу. Я как раз рассажу, подращу немножко, они окрепнут. Да, у меня есть любительница, которая у нее вот эти вот разные есть. У меня очень много видов, можно... Угу. Любой вид какой хотите, спрашивайте. Уже там по ситуации посмотрим, или выращу из своих, или привезу с московского питомника. Ясно. Ага. То есть это с московского питомника. Это вот это вот название, да? Да. Интересно. Ну вы теперь будете каждую выставку или вы так? Ну так, в августе буду, в сентябре в августе. Не знаю, я в отпуск уезжаю, с какого числа будет. Ну, дальше, скорее всего, осенью буду тоже. Ясно. Хорошо, спасибо большое. Пожалуйста. Удачи вам, успеха. Спасибо. Так. Это вот суккулента. Ванечка, ты там есть фотография. Ну, цветы у него вот такие, наверное. И он когда расцвел первый раз, 921. И у этого красота. Там вот. Это колюс. Нет, не колюс, соврала я. Соврала. Сейчас я не вспомню название. Ну, красота. Это деточки, посмотрите, сколько много деток. А? Так, это стол Ольги Емельяновой. Я под видео скину ссылочки на сайт. У нее есть сайт. И на других девочек также. ВКонтакте ссылочки.
У них можно заказать все цветочки. Так, чуть не пропустила я. Это новиночка, трейлер. Какая красота. Вот солнышко падает. Также новинка. Вот. Колокольчики такие великолепные. С пестролистностью. Трейлеры. Лилия трейлер. Водяная лилия, извините. БА. Также новиночка. Шикарно. Ой, тем, боже мой, гламур ты. Трейлер. Красиво, если дорастить. Года за три. Ой, лавандовый. Лавандовые ручейки, трейлер. Так, снова новинка, трейлер. Сколько новинок у Оленьки? Видите, красота, красота. Н отдам. Это полумини. Эль Хмель люкс. Также новиночка. Как указано. Л.Е. Дина. Любовь морковь. Оранжевое лето, РМ. Так на солнышке так играют. Это спорт. ДН Бора-Бора. Агата розовый. Розмари Л.Е. Новогодняя сказка Р.М. Смотрите, какая красивая. Л.Л. Ой, Е.Л. Семирамида. Шикарно. К.О. Ясный декабрь. Морской волк. Так, так, давайте как подобраться к цветочку. Морскому волку. Красоте такой. Темное вино. ДН Дух Рождества, Дух Рождества. И лист. Так, ахименосы пошли. Красивенные ахименосы. А, это у меня такой есть, сейчас цветет. Красавец. Красавец. Файн пир. Пурпл. Пурпурный. Тоже ахименос красивенький. Минус. Это бальзамины. Красавцы, бальзамины. Так, это Шлюбергера. Ой, какой красавец. Так. Это хуечка. Какой лист у нее красивый.
Спасибо. Это бугенвилия. Я забыла название, ты мне подсказала. Спасибо. Ух ты какая. Да посмотри какая. Что-то знакомое, кто это? Кто-то, да? Забыла. Вот у меня тоже дерево такое высокое, только у меня много отростов, у меня всего один. Обалдеть. Что такое дерево? Угу. Так, это эписцы. Смотрите, какая красивая. У меня такая есть и лист. Мне нравятся эписцы. Тем, что вот тоже эписцы желтенькие. Цветет, у них великолепные листья, красивые. Ну и цветочки, знаете, когда шапка цветов, таких красивых бормления листьев, это великолепное. Берите писы, не пожалеете, они отлично растут. Это альсобия. Вот. Это бегония, наверное. Да, это бегония уже пошли. Бегония, какая огромная. Смотрите, очень красивая. Это все бегонии. Очень красивые листья. Шикарные. Это колиосы уже. Там были бегонии, а это уже колиосы. Так, теперь мы идем к столу Виктории Логиновой. Ну, это же, по-моему, это Замиокулькас, не Зензиан, Равен, что-то вот такое вот с названием, что-то такое. Что ты тут знаю, амаранта, вот такой, но с желтой варикатностью вот у меня есть. Ой, какие. Посмотрите, какие листья. Прям шкура рептилия. Вот это вот сингониум. Традисканция. Ну что, память зашевелилась. Красивые, красивые. Вы же моя красота, вот это тоже оригинальное, но они так разрастаются. Но до чего красиво смотрятся. Традисканция. Так, это вот амарант какой-то. Это вот такие интересные, небольшие, красивые. Вот такое вот растение. Пент врать не буду. Так, вот у нее сайт. Здесь ее контактные данные, можно позвонить, забронировать, посмотреть на сайте цветочки. Вот. Ой, сердце замирает, если честно, на всю эту красоту смотришь, и все хочется, но ставить некуда. Эти такие холесенькие, маленькие. Прелесть. Такой след этого динозавра. Лист красивый. Это фикус, наверное. Вполне возможно. Вот это вот фикусы. Вполне возможно. Ой, вот это да, красивый лист. Вот нравятся они мне. Но куда ты, Ира, все это поставишь? Пеларгонии. Ставить-то нет. Ой. Ты красота неземная, очень красивая. Сколько всего. Ой, даже интересно, кто-то такой вот даже с плодами. Тут я
Сколько красоты! Ты не увидела, а желтая? Нет, нет, не успела, к следующему. Ты писай, красавица. Ой, вот это-то чего? Как она дома украшает своим цветом обалденным, красивым, привлекательным со стороны смотрится. Сразу на нее обращаешь внимание. Вообще на писцы обращаешь внимание, потому что они очень яркие, красивые. И листвой машут и манят. Это тоже, это, наверное, акварельная писца. Вполне возможно, акварельная. Это хвоечки, красавицы. Правда, знаете, на все эти растения глаз зажигается. Но некуда, некуда, некуда ставить, некуда. Ира, не загорайся. Все. Это пеларгония. Пеларгония. Красиво. Так. Тоже не пеларгония, это уже. Ага. Ну все, из головы вылетело. Вон. Бегония. Это бегония. Так, это пеларгония. Это логистримия, она такая, как сирень. Сирень такая. Это фиалочки уже, красавицы, деточки. Вот такая красота. Все, на этом все. Спасибо всем за внимание. Большое спасибо, что зашли. Спасибо, что зашли на мой канал. Огромное спасибо всем, кто подписался, кто со мной давно, кто пишет комментарии. Хочу вам пожелать крепкого-крепкого здоровья. Не болейте, мои дорогие. Всех вам благ, исполнения желаний. Что все у вас было хорошо. Берегите своих близких, мам, бабушек, дедушек, мужей, жен, деточек. Ну и мирного неба над головой. Дружбы между народами, уважения, взаимопонимания, между разными вероисповеданиями. Всех до новых встреч. До свидания. Смотрите, сколько народа.